Ми сьогодні поговоримо про Всесвітній день людей з порушеннями мовлення, і це досить важливе питання, яке маємо підняти. Отже, тепер давайте я представлю нашого гостя, який доєднується зараз уже до нас. Це Гузенко Світлана, клінічний логопед, дефектолог, клінічний психолог, спікер навчальних семінарів для фахівців в області корекційної освіти в Україні та в країнах СНД, спікер міжнародних конференцій логопедії, президент Асоціації практикуючих логопедів України. Доброго ранку, пані Світлано. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви доєдналися до нас сьогодні. Ось цей такий тематичний день. І ви знаєте, є тут така, такий момент, коли всі думають, що, наприклад, якщо дитина не виговорює літеру Р чітко, або не там проблеми з літерою Л, то це вже порушення мовлення. Чи могли б ви зі своєї професійної точки зору сказати, що таке порушення мовлення і які види його бувають? Якщо можна, я буду спілкуватися російською мовою, мені це зручніше. Так. Ну, нарушення усної, бувають нарушення речі як усної, так і письменної. К нарушенням усної речі у нас відноситься дисфонія, ну я буду немножко розшифровувати. Це розстройство голоса, патологія, характеризуючаяся неповним або чрезмірним смиканням голосових зв'язок. Следующее нарушение – это тахилалия, это расстройство темпа речи, то есть когда речь замедляется. То есть наоборот, прошу прощения, когда убыстряется, то есть быстро человек говорит. Есть брадилалия, это наоборот, когда проявляется в виде нарушения темпа речи, и она замедляется. Также есть… Заикание – это тоже относится обязательно к нарушению речи. Заикание – это расстройство, которое проявляется нарушением вербальной коммуникации, трудностью сохранения беглой речи из-за чрезмерных дыхательных, голосовых или артикуляционных мышечных судорог. Сюда же относится к нарушению речи дислалия – это нарушение звукопроизношения у детей, но с нормальным слухом и сохранной иннервации, то есть артикуляционного аппарата, когда слова у ребенка созревают быстрее, чем развился сам мышечно-артикуляционный аппарат. К нарушениям речи относится еще ринололия. Это нарушение речи, проявляющееся выраженным искажением из-за и неправильным произношением звуков из-за патологии строения речевого аппарата. Это когда в народе еще так называют волчья пасть, расщелина в небе, зайчья губа, ну и другие. Также к речевому нарушению можно отнести дизартрию или анартрию. Это нарушение речевых навыков впоследствии плохой иннервации мышц речевого аппарата и моторики артикуляционного аппарата. Очень популярна сейчас алалия. Это развитие речи у детей и либо ее полное отсутствие, при котором ребенок может понимать речь, но не может сказать, либо не может и понимать, и сказать. Также сюда афазия, причем афазия раньше, то есть это инсульт. Вот. Причем раньше возраст как-то это был больше пожилого возраста, то сейчас афазия, к сожалению, очень молодеет, скажем так. Ну и это не только впоследствии инсульта, это может быть любая травма головного мозга, опухоли, воспалительные процессы в области головного мозга. Ну и в результате афазии поражаются все языковые способности говорить, понимать, читать, писать. Это очень обширно. Пані Світлана, хотілося б ще уточнити, які основні причини виникнення порушення мовлення? Вы знаете, причин на самом деле очень-очень много. Начиная с беременности, которые мамы, может быть, иногда не придают значения, там, обвитие пуповиной, какие-то патологии в триместре. Это все указывает уже на то, что ребенка может быть нейроинфекция внутриутробная, которая может не от мамы, а от папы передаваться. То есть обвитие пуповины – это гипоксия мозга, и это опять же не до развития идет.
Ну и дальше уже идут роды. Роды я не буду говорить, что прямо у нас Украина, только в Украине могут быть какие-то травмы. Да, травмы существуют везде, никто ни от этого не застрахован во всем мире. Но, к сожалению, травмы, да, 90% при родах, даже микротравмы. Хотелось уточнить от еще один важный момент. От народилася дитина, і начебто розвивається, і ніяких проблем немає, абсолютно нормальна, здорова сім'я, проте є певні затримки в мовленні. От знаєте, кажуть, там батьки починають хвилюватися, якщо дитина не говорить там на другий рік, там на другий з половиною, третій. Які причини можуть бути тут? Що потрібно буде зробити? Вы знаете, здесь однозначно я как логопед ответить не могу, потому что ко мне точно так приходит и ко многим логопедам сейчас приходят родители с такой проблемой. И начинаем выяснять, что, оказывается, причина лежит гораздо глубже. И поэтому на сегодняшний день современные логопеды уже не работают сами. Это уже не логопед, который справляется с инфекцией. То есть здесь надо разобраться именно почему, в чем причина. Родителей понять можно, они приходят именно к тому человеку, который может помочь, то есть не тречи, соответственно, к логопеду. Но логопед начинает, логопед — это педагог, и начинает он разбираться, то есть почему, по какой причине. Какая была беременность. И то есть сегодняшний логопед должен уже владеть медицинскими знаниями для того, чтобы понять, к какому специалисту все-таки надо направить. Это может быть невролог, это может быть психолог, это может быть остеопат, ортодонт. Но это куча специалистов, с которыми в команде на сегодняшний день работает хороший логопед. Mm-hmm. Это может быть ему. То есть это может быть инфекция, которая была еще внутриутробна, и вот она разрушает все эти нервные пути, которые мешают, то есть не дают мозгу развиваться в полном мере. Это может быть какая-то, опять же, родовая травма, и опять же не идут передачи сигналов к зоне мозга, которая отвечает за речь. Поэтому сейчас, вот мы, почему ассоциация логопедов, мы сейчас стараемся обучать наших специалистов именно такому подходу. То есть подход должен быть командный. Mm-hmm. Не сам логопед хватил картинки, начинает по картинкам показывать. Это банан. Дети сейчас очень сложные. Сложные в плане мозаичности диагноза. Это может быть комбинированность нескольких диагнозов в одном ребенке. И логопед не медик. Но разобраться именно как с медицинской точки зрения и направить к нужному. А скажіть, будь ласка, ось нам цікавий такий ще момент, якщо ми вже говоримо про порушення мовлення. Логопеда. Я убрали всі. Був вопрос? Так. У нас просто трішечки такі... У нас трішечки нюанси технічні, тому ми просто не всю інформацію чуємо. Ось в чому справа. У нас, знаєте, найголовніше таке запитання, яке хвилює наших глядачів, і вони нам його поставили, і ми хочемо поставити його вам. Чи можливо виправити ось це порушення мовлення у дітей, наприклад, в якомусь певному віці, а пізніше це вже буде, наприклад, складніше зробити? От саме про процес виправлення порушення мовлення. Вы знаете, никогда ничего не поздно. Конечно, если раньше обратиться к врачу, ну, к логопеду или к неврологу, то еще какой-то врач, никогда не поздно. Но чем раньше это родители заметят, тем краще.
Так, ну, на жаль, у нас зв'язок дуже нестабільний. Ми все ж таки намагалися отримати максимально корисну інформацію за цей проміжок часу, щоб насичити вас цим корисним, все ж таки, фактом про те, що потрібно звернути обов'язково увагу вагітних жінок на стан дітей, все ж таки, на те, що будь-які порушення мовлення можна вилікувати ніколи не пізно, просто вчасно треба розпочати. Ми вам хочемо подякувати, на жаль, не все змогли проговорити, проте сподіваємося, що ще матимемо змогу зв'язатися саме з вами. Спасибо вам большое. Я хотела бы, если меня сейчас слышат, как раз вот родителей пригласить. У нас будет каждый год, у нас проходят конференции международные, именно вот где выступают специалисты и обучают и родителей, и специалистов для того, чтобы понимать, куда, как и с чем бороться, для того, чтобы ребенок все-таки говорил. Mm-hmm. Вот, поэтому вот 13-14 ноября, к сожалению, в режиме онлайн, не позволяет нам сегодняшнее время. Поэтому если кому-то интересно, я могу оставить ссылку или как там, или ко мне обращаться. Вот, потому что это действительно родителям очень интересно. Они начинают понимать, слушая разных специалистов, у нас будут выступать и иммунологи, и неврологи, и остеопаты, и ортодонты, и логопеды, и психологи. То есть и родитель поймет, может быть, даже увидит причину не говорення свого ребенка. Так, пані Світлана, 100% наші глядачі будуть звертатися до вас, я знаю, тому що це досить такий корисний матеріал. Ми дуже дякуємо вам за те, що з нами розпочали свій ранок. Бажаємо приємного дня. Дякую, що переглянули це інтерв'ю і правильно зробили, що підписалися на YouTube-канал «Правда тут». Там багато чого корисного. А ще пишіть свої коментарі і даруйте нам свої вподобайки. А ми готові дарувати вам подарунки від продукції «Джеліус». Щоб отримати приз, потрібно бути нашим другом, дивитися прямі ефіри і виконувати умови. До зустрічі!